Телесериал «Игра престолов» поставил новый рекорд. Он выдвинут на престижную премию «Эмми» в 32 номинациях. Среди них и главная категория – лучший драматический сериал. «Игра престолов» уже вошла в историю, всего собрав 47 статуэток «Эмми». Это больше, чем у любого другого сериала. Восьмилетняя история эпической саги завершилась в мае. Это один из самых дорогостоящих проектов на американском телевидении. Его создание обошлось в полмиллиарда долларов. Напомню, 71-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 22 сентября в Лос-Анджелесе.